Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net/геометрия 7 класс, автор Мерзляк, задание 509. Начертите окружность, отметьте на ней точки А и Б. Пользуясь линейкой и угольником, проведите прямые, которые касаются окружности в точках А и Б. Отметим точку О, центр окружности, проведем саму окружность и на окружности отметим произвольным образом точки А и Б. Нам нужно построить касательные, которые касаются окружности в точках А и Б. Но мы знаем, что касательная – это прямая, которая проходит через точку на окружности, и эта точка – единственная общая точка касательной и окружности. Для того, чтобы построить правильно такую касательную, мы воспользуемся признаком касательной. Признак такой: если прямая, проходящая через точку на окружности, перпендикулярна радиусу этой окружности, проведенному в точку касания, то такая прямая будет касательной. Поэтому вначале мы начертим радиус ОА, просто соединим точки О и А, получим радиус, проведенный в точку касания в точку А. А теперь с помощью угольника мы откладываем от луча АО прямой угол с вершиной в точке А и одной стороной АО, ну и с помощью линейки продляем этот прямой угол за вершину угла, за точку А. Вот таким вот образом. Вот это прямой угол, который мы построили. И получили касательную АС. Точно так же мы поступаем и с точкой Б. Мы вначале соединяем точки О и Б, затем строим угол, прямой угол с помощью угольника с вершиной в точке Б и стороной БО. И продляем с помощью линейки, продляем этот угол за вершину угла, за точку Б. Получаем БД. Вот здесь у нас угол прямой. Таким образом, АС и БД – это две касательные к данной окружности. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.